Всем привет! Решил сделать небольшой видос в связи с тем, что уроки как бы вроде уже закончились по написанию игры. Я говорил, что я выложу исходники. Так вот, исходники я выложил под последним уроком. Ну и под этим я оставлю ссылку на репозиторий. Вот он у нас, репа. Вот здесь. И здесь исходники... то год что наделали, да. То есть это такое очень сырое, понятное дело, то, что надо дорабатывать, и все такое. Вот, то есть исходники этого всего лежат у меня на гитхабе. Ну, это CPP просто, и там в репозиториях, я ссылку-то оставлю, но на всякий случай напоминаю вам, что здесь много разных репозиториев есть. Вот, то есть эти исходники здесь валяются, ну, есть по Майнкрафту, по плюсам, по SDL, ну, и т.д. и т.п. Вот, кроме всего прочего, вы там можете увидеть вот такой архив. Но этот архив для спонсоров, это запароленный архив. В этом запароленном архиве находится вот это. Я решил, думал сделать игрушку. Более-менее какую-то, чтобы можно было в нее типа играть. А вот, но я ее не сделал. Опять просто не стало времени. И после того, как она неделю это все пролежала, и я туда ни разу не, ну, не подобрался, вот, то я понял, что опять у меня настали смутные времена, так сказать, и мне нет времени. А когда оно лежит месяц, два и более, да, ты туда не лазишь, то ты потом, когда лезешь, ты вообще ничего не помнишь и смысла уже нету, да, надо начинать заново. Вот, так вот, исходники этого прототипа будут доступны, ну, спонсорам, да, которые там на канале, вот. Будет для них специальный видос, в котором я озвучу пароль. Вот. Ну и что бы хотел бы еще добавить? А добавить хотел бы вот это. Небольшая рекламка. Не за деньги, конечно, а просто так. Короче, всем, кто интересуется оружием и все, что рядом с этим, рекомендую вот такой канал. Каяба ТСА. Когда-то давным-давно я его упоминал. Вот. Количество видео там было немного, и они выходили не так часто. Но за последнее время они выходят довольно-таки часто. И здесь есть обзоры оружия, что там хорошо, что плохо. Всякие там тренировки показываются и все такое. Ну и, конечно же, рекомендую еще один канал, который называется «Пушки-игрушки». Кому не сложно, подпишитесь и поддержите вот этого вот молодого стрелка, который молодой, но уже... очень перспективный и стреляет, как вы видите, и даже куда-то попадает, и не просто куда-то, а прямо в цель. Вот канал этот тоже будет у меня в описании, называется он «Пушки игрушки». В общем, рекомендую эти два канала. Ну а на сегодня все, ждите чего-нибудь нового, ну и конечно же делитесь, подписывайтесь и становитесь спонсорами. Всем спасибо. Всем пока!